смерть. Hey. Hey. Anyone? Кто-нибудь есть? Ну да, друзья, что забыло сейчас? Блин, почему так темно? Я даже свою голову не вижу. О, контрольная точка. Отлично. Тут что-то пробежало. Так. И? Я не понял. Друзья, почему так темно? Фонарик. Отлично. Офигеть. Что происходит? Где все? Так, использование фонаря. Ну, понятно. Что у нас здесь? Ничего нет. Друзья, что-то у меня нехорошо в такой темноте. Офигеть. Офигеть. Так, ну сюда не выйти. Значит, у нас получается, я так понимаю, только один проход сюда. Тихо, 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 тихо. Вижу ноги. Чьи-то ноги. Да, друзья, если фонарик, он привлекает внимание врагов, то, блин, если мы будем выключать, то... Ух ты, ёшь ты мать. То мы вообще ничего не будем видеть. Если без фонарика-то. Тебе нехорошо-то. Да, я чувствую, будет полная срачка, потому что мне уже волосы стали не только на голове, а даже в интимных местах. О, еще труп.
еще труп. Что там, удерживать пробел? Уху-ху-ху. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Помогите. Эй! Это что было? Это моя была тень или чья-то рука? Так, там было пробел, но почему-то я нажал пробел, и она никуда не посмотрела. Нет, нет, только не свет, только не свет. Держись, я сейчас приду. Жесть. Жесть, жесть. Я сейчас приду. Здесь у нас закрыто. Нам надо как-то попасть в эту комнату, да? Получается. А, как-то. Вон дверь. Заперто изнутри. Возможно, есть и другой путь. Да-да. Не все так просто, друзья. Не все так просто. Может, здесь пролезть? Нет. Тихо, не бойся, не бойся. Ух ты ж, ё-моё. А что вы творите? Тихо, 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 тихо. No. Прошу вас, no. Нет, нет. Смотрите. Что за... Ё-моё. Ты кто? Офигеть, друзья. Что-то мне подсказывает, что того чувачка уже нет в живых. Ух ты, ё. Выглянуть. Офигеть, она просто ему пол туловища оторвала. Остались одни, одни чертовы ноги остались, друзья. Давайте вылезем, посмотрим, попробуем. О, черт. А, черт. Кто же мог такое сделать? Так, а здесь у нас... Здесь все, да? Ничего у нас здесь нет. Какая-то желтая штуковина появилась. Я так понимаю, это указатель врага. Либо указатель нашей, типа, незаметности. Двери двигаются сами. Что-то блестит. Запись 231. Боюсь, хрупкое душевное состояние подопытных ограничивает нас при экспериментах. Мёбиус хочет, чтобы мы перешли от пациента маяка к более стабильным испытуемым. Они хотят, чтобы мы опробовали STEM в условиях, приближенных к реальным. Увидят ли они этот мир таким же, как наши пациенты? Выдержит ли психически здоровый человек это изнурительное испытание? Мне снова приснился этот сон.
тот, где я сам вхожу в STEM. Я так понимаю, это была запись доктора Хименеса. Так, спрятаться за укрытием можно, да? Использование укрытий. Так, спрятаться за укрытием, двигаться в укрытие, заглянуть за угол. Прячься за углами и за невысокими препятствиями, вы можете красться вдоль стен, заглядывать за углы и подманивать к себе врагов. Так, если сейчас было обучение, это значит, что сейчас что-то будет, друзья. Так что давайте наготове. Блин. Что там? Я слышу кого-то. Я кого-то слышу. Уё! Друзья. Тихо, тихо. Приманим врага. Прячься в укрытие. Прячься в укрытие, вы можете откликнуть врага, и он подойдет к вам ближе. Зачем? Зачем мне ближе? Так. Тихо. А интересно, фонарик-то. Он видит? Потому что я так вот вообще ничего не вижу без фонарика. Так что. Давайте попробуем. Ё-моё! Что за... Ух ты! Твою мать! Блин. Я куда-то... Куда я иду? Так, друзья. Так, куда же мне надо? Ух ты! В какую сторону мне нужно? Так, сидя за укрытием, похоже, он фонарик наш не видит, да? Так, а мне нужно он за те двери, я так понимаю. И нужно пройти. Так, нужно окликнуть, наверное, да, его? Давайте попробуем. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Резче. Так, восстановление здоровья. Чтобы полностью восстановить здоровье, стойте и не двигайтесь. Стоять и не двигаться. Фу, друзья, это было жестко. Это было просто... Я чуть не надел в штаны. Помните, да? Сейф этого голового. Неужели он тоже здесь будет? Так, это похоже на какую-то головоломку. Ну вот этот отпечаток, он более свежий, да, получается? Так, если он более свежий... Значит, вот этот самый старый. Получается, его нажимали в первую очередь, да? Давайте так.
Потом идет вот так. Так и вот так. Нет. Нет. Либо тогда давайте наоборот. Так. Потом идет вот так. Так. Да. Отлично. Первый фрагмент письма какого-то. Что? Надо не посмотреть. Никак. Нигде. Архив. Досье департамента полиции. Запись. Первый фрагмент письма. Выбрать фрагмент. Вот даже так. Наверное, так. А прочитать? Наверное, когда мы соберем все части, наверное, фрагментов, тогда мы сможем прочитать. А здесь что, ключевые предметы? Пока нет данных. Можно спрятаться. Заметили, да, друзья, оружия в игре пока что нету. Мы еще пока ничего не нашли. И это больше вот смахивает на survival horror, чем на ужастик. О, чем на экшен. Я уже от страха фигню какую-то несу. Причем головоломочки, да, есть как в классическом резиденте было. Так, что у нас? Здесь мы ничего не делаем. Похоже, у нас там еще враг. Так, здесь у нас есть бутылка. Давайте подберем. Ой-ё! Ё-моё! Что ж ты так близко-то? Так, метание бутылок. Метание бутылок, мы с вами знакомы с этим. Так, и куда же нам? Походу, нам нужно туда. Так, а здесь что? Так. Что, попробуем приманить или давайте бутылочку бросим? Давайте попробуем приманить его. Over here. Ой, что ты встала-то? Куда ты полезла? Блин, я ничего не вижу. Ой-ё. О, теперь вижу. Жесть. Хорошо, что... Не дай бог, он сейчас к нам пойдет. Хорошо, что здесь хоть подсвечиваются враги, когда они в темноте. Так, не вышло, да? Не вышло. Давайте еще раз. А, ну то есть мы можем кричать, когда мы за укрытием. Come here. Ой-ё.
не знаю, где он там. Но вроде как у нас вышло. Друзья, вышло. Давайте. Быстрее, быстрее. Отлично. И бутылочка цела. Офигеть. Выглянуть. Посмотрим. Здесь у нас что-то громко. Так, судя по всему, нужна карта. О, карта, карта. Открыли дверь. Я слышу гудки. Открыть дверь надо. Да. Телефон здесь. Ой-ё. Тихо. Я понял. Нам нужно, чтобы она зашла в эту комнату. Да? Ё-моё! Бегом, бегом, бегом! Прячься, прячься! Быстрее, быстрее, быстрее! Тихо, тихо, тихо! Еще раз попробуем. На этот раз, я думаю, сразу, да? Сразу.
видать, она мгновенно туда прибегает, в эту комнату. О, ты что-то громко, ты дверь открыла. Отлично. Друзья, отлично, мы ее закрыли. Мы закрыли эту тварь. Так. Закрыть-то мы закрыли, а вот... Ух ты! Она не выбит? Закрыть-то мы закрыли, а может карточка-то там? Ладно. Давайте обследуем здесь. Так, там тупик. Тупик. Здесь дверь. Ку-ку. Здесь есть кто-нибудь? Я вижу. Тихо. Что ж вы все так громко-то делаете? Так. А вот, собственно, и карточка, да? Пропуск в офис. Это пропуск принадлежит одному из сотрудников Мёбиуса. На нем кровь его бывшего владельца. Ух ты ж, мать. Тихо. О нет, о нет. Ого. Тихо. Твою мать, что это сейчас было? Я обделался, друзья. Реально. Тихо. Можно выходить, да? Офигеть. Нам просто эту... Этого одержимого просто кусок откусила. Этот там ломится. Тихо. Да, ребята, игрушка реально жесть. Реально жесть. Атмосфера ужаса передана. Очень. Очень круто. Контрольная точка, отлично. Слышите? Ё-моё. Ё-моё, чёрт. Жесть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Так, что здесь? Журналы.
Ресепшн. Так, ресепшн. Откроем. Статус агента ликвидирован. Данные авторизации неверны. Что? Ликвидирован? Может попробовать открыть эту штуку с компьютера? Так, с компьютера. Здесь у нас ничего. Просто тишина такая. Жесть, конечно. Используем компьютер. Идет анализ данных. Тихо, тихо. Офигеть. Ребят, чем-то напоминает даже Silent Hill, чем-то напоминает. Реально. Она сделала это своим светом. Так, фокусирование света. Мышь 2 удерживать, сфокусировать свет. Типа мы так же можем, да? Так, значок появился какой-то. Слышите, да? Тихо ты, не махайся. Так. Там кто-то есть, походу, да? Или что это? Давай! Оп. Что за... Я не понял нифига. Как мы здесь очутились? Что? О, тихо, тихо. Если система будет активирована, ты услышишь высокочастотный шум. После этого мы уже ничего не сможем тебе помочь. Что станет со мной? Могу сказать только одно. Тебе будет... Что там? Не по себе, но там будет Лесли. Ты должна его найти. Где-то я это уже видела. Лесли. Он в самом деле здесь? Блин. Я уже 10 раз пока играю. 10 раз уже получился инфаркт. Это что? Что это? Дерево. А, друзья. Это походу... Начало, да, где мы были изначально, нет? Или просто похожее место? Так, здесь не пройти. Силуэты какие-то. Все в паутине, что-то разбито. Буквально недавно здесь ходили, было все отлично. Лесли здесь. Okay. Так, нужно добраться до него раньше, чем это сделает тот кто-нибудь еще. Где она увидела-то его? А, вон он где.
Лесли. Лесли, жди меня. Так, нам нужно спуститься, значит. Почему не разбить окно и не спрыгнуть? Сюда не пройти. Сюда не пройти. А там у нас была, кстати, сохранялка. Диванчик. С кошечкой. Тихо. А вот и диван, про который я говорил. Давайте сохранимся, что ли.